Ровно 70 лет назад за парты 10-й школы сели первые ученики. За эти несколько десятилетий из стен образовательной организации вышло огромное количество берчан. Многие из них собрались в городском доме культуры на торжественном праздновании юбилея родной школы. В 1990 году я закончил школу номер 10 города Бердска. Сейчас присутствую на 70-летии. Хочется пожелать школе успехов, хороших учеников, послушных, самое главное. Юбилей школы. Это очень приятно, да, радостно, что проводился в этой школе. Школе пожелаю, чтобы она всегда процветала. Вообще, я как зашел в школу, я не узнал, такая красавица стала. Получив образование, некоторые выпускники так и не смогли надолго расстаться с любимой школой и вернулись туда уже в качестве педагогов. Я закончила в школу в 1985 году. Это 40-летие Победы было. Помню, сочинения писали на эту тему. А в этом году у меня внук пришел в нашу школу учиться. А я работаю в нашей школе учителем географии. Хочу поздравить выпускников, педагогический коллектив школы, родителей всех наших учеников с юбилеем школы. Здоровья, успехов! Лучшим педагогам вручили почетные грамоты, отметив такой нелегкий, но очень значимый труд учителя. Я хочу, чтобы нынешнее поколение работников нашей школы, нынешнее поколение учеников нашей школы, наша большая дружная семья, школа номер 10 «Пересвет», продолжала приумножать, хранить и развивать те традиции, которые были заложены старшими поколениями учителей и учеников. Я хочу от всей души поздравить свою школу и всех, кто к ней имеет какое-либо отношение. С юбилеем, с праздником, дорогие мои! В адрес школы прозвучало огромное количество поздравлений и теплых слов от выпускников и педагогов. Вечер встречи продолжился выступлением творческих коллективов нашего города.